Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я в Бедеронке на шопинге и беру вас с собой, покажу вам, что сегодня будет интересного. Итак, по 2,50 у нас молодой картофель, по 10 злотых виноград и голубика, и по 7,99 помидоры. Вот такой молодой картофель в этом году. Далее, голубика, это я вам уже показывала. Виноград вот такой темный, ну и помидорчики. По 5,69 сегодня бананы, бывают дороже. 5,79 это апельсины, так что уже цена повыше. Сегодня акция, ну не сегодня, а я вам покажу, с 9 по 14 акция на все трубочки вафельные фирмы Цукерня Ружа и Бонитки. Вот так выглядят Бонитки. Это линия. И Цукерня Ружа. Вот такой фирменный знак. Сейчас поищем трубочки. Вот такие трубочки из линейки Бонитки. И вот такие из Цукерни Ружа. Кто любитель, пользуйтесь скидками. Вот еще такой вкус. Итак, 2,50 у нас молодая ботва, арбуз по 7, помидоры по 10. Далее, и у нас еще есть цукини. Вот цукини, такие, ботва, арбузы. Также вот шпараги. По 7,99 и помидоры. Любителям селедки, пожалуйста, по 10 злотых баночка, если купите 2, это селедка в растительном масле. Далее на акции есть сосиски, берлинки, суши. Для любителей суши, вот здесь, кажется, три сорта суши, три вида упаковочек. Сейчас покажу цену. Вот. Есть по 9,51, по 14 и по 8,50. Зато я всегда беру вот этот творог, всегда проверяю дату. И дата у нас хорошая, посмотрите, 23 мая, сейчас найду еще одну такую же. И я пользуюсь вот этим творогом, когда не делаю сама. Он 2,85 за пачку. А мой муж любит брать на работу вот такой, по злотых 69 в коробочках. Его я тоже возьму. Сегодня по 10 злотых лопатка, 41% скидки. Вот так она выглядит в таких пачечках. Они разные. Также у нас схаб сегодня, то есть мясо на отбивные. По скидочке стоит 12 злотых килограмм. Вот такой схаб. Вот так он выглядит. Производство Германия. Лопатка испанская. Еще у нас шея по 14 за килограмм. Вот в таких пачках, и тоже Испания. Также сегодня на акции куриное филе по 20 злотых за килограмм в больших пачках. Бедрышки по 8 злотых за килограмм. Ну и под уджис курчака, это тоже такое как бы часть бедра, по 8,99 за килограмм. Вот так выглядит пачка большая куриного филе. Далее вот у нас бедрышки. А это под уди, хорошо не видно, но вот эта часть куриного бедра. Кто знает, напишите в комментариях, как это по-русски называется. Они с Литвы. А я покажу вам цены на рыбу. Сандач – это судак, и это филе. Посмотрите, 43,93 – это за килограмм, только при скидке. Вот такая цена. Это филе, дорш – это треска.
И вот здесь два вида филе. Одно большое, это полендвица, это значит там другая часть рыбного филе. Посмотрите, какие здесь у нас целая курица. 9,99 и 14. 14 это без антибиотиков, то есть напрашивается вывод, что по 10 с антибиотиками. Только теперь вопрос. Если без антибиотиков лучше, то почему же разрешается производить курицу с антибиотиками? И где гарантия, что там, где написано без антибиотиков, она действительно без них? Ну, не будем расстраиваться, идем дальше. В отделе с косметикой у нас классная скидка. Вот эти все продукты, которые вы видите этих фирм, если купите две штуки, то третью можете выбрать бесплатно до 14 мая. И мешать можно их произвольно, как только хотите. И также косметика фирмы Adidas, третья штука при покупке двух тоже будет бесплатно до 14 мая. А в отделе с бумагой что-то вижу напряженка. Как-то меня это удивило. Посмотрите, пустые полки. И напишите, или у вас тоже разбирают бумагу, потому что почему-то так вот странненько выглядит. Или это опять стали скупать бумагу? В отделе с мукой показываю вам, это мука тортова, то есть высшего сорта, а это обычная мука. Мука бабуня, она по 2,33, та по 2,56, кажется. Здесь еще более-менее цена, потому что я видела в Ашане, уже ниже 4 злотых муки не найти. Так что мука пшеничная дорожает. С чаями, вот, например, пирамидки по 2,69, если купите 2 пачки из линейки Ramsay. Вот такие фруктовые. А Липтон, например, тоже пирамидки, такое же количество, по 6,50 за упаковочку. У них обычно по 20 пирамидок. Сейчас проверю. Да, по 20. И также можно купить зеленый чай, он в пакетиках. Есть и такой обычный, какие-то привкусы есть. Тут уже по 40 пакетиков в одной упаковке. А если вы, так как я, пьете листовой чай, то вот зеленый есть такой фирмы. Вот, но он уже по 5 злотых, тут 120 грамм. 20 грамм гратис с разными вкусовыми добавками. И кофе Nescafe растворимый по 15 злотых за баночку. Сейчас акция. Ну вот, друзья мои, на сегодня я заканчиваю свой обзор. Если было вам полезно, буду вам благодарна за пальчик вверх, подписку. И также оставьте свой комментарий по поводу ассортимента или цен в ваших магазинах.